печеньев. Вот эти вот популярные китайские печенья, только они были рассыпные. Я не хочу целую коробку брать. Хотел взять по отдельности. Так, где оно? Ладно, все, пойду я в другой магазин скупляться пока. Еще, ага, здесь вот еще я хотел. Вот эти вот вкусненькие, такая нежная-нежная такая она, кексики. Очень вкусные, хлеб поштучно здесь продают. Очень интересно. Так, все, мне кажется, здесь все взял. Бегу теперь в другой магазин, сейчас здесь купиться. Сейчас здесь купиться и бежать дальше. Нихао. Так. Сейчас мне надо это все упаковывать. Тут еще и каска у меня. Сейчас будем считать. Ух, там жарко здесь, холодно на улице. Сейчас вот насчитываем. It's mine. Так, это все на вес. Ага. Моти на вес. Ага, он обнулил сейчас. Так, короче, вот это вот у меня тут куча всего. Куча всего, блин. Из кармана выпадает. Юаня сдачи. Так, дали мелочи. Окей, щи-щи. А, все, это не мое. Так. Сейчас мне надо перепаковаться, забрать все свое. Потому что у меня тут и каска. По территории завода без каски ходить нельзя. Так, ребята, иду я в другой магазин. Мне надо еще сало взять и еще щи-щи. Так. Так, всем привет, кто подсоединился. Всем приветики, кто подсоединился. Кто с нами в первый раз, всем привет. Подписывайтесь на наш канал, ребята. Через 2-3 недели я еду в Батуми. Еду к Арине с Жанной. Смотрите, на этом же канале Арина выставляет свои видосы. Жанна тоже выставляет. Ой, извините. Так что подписывайтесь на этот канал. Он довольно-таки смешной, прикольный. Наши тревелы здесь.
много всего.